И сегодня в администрации Чебоксар нашей съемочной группе рассказали, как во время реконструкции проспекта Ивана Яковлева будут изменены схемы движения общественного транспорта. Коснется это двух автобусных и трех троллейбусных маршрутов. Так, автобусный маршрут номер 7. Движение будет осуществляться по проспекту Ивана Яковлева, проспекту 9-й Пятилетки, бульвару Егерский, улица Орлова, улица Ашмарина, проспекту Яковлева и по Канашскому шоссе. Движение автобусов по маршруту номер 44 на вышеуказанном участке дороги в прямом направлении будет организовано по улице Ашмарина, проспекту Ивана Яковлева, до пересечения шоссе Канашское и обратно. Движение троллейбусов по маршруту номер 2 будет организовано по улице Айзмана, улице Орлова, по бульвару Егерскому, проспекту 9-й Пятилетки, проспекту Ивана Яковлева. Движение троллейбусов по маршруту номер 8 будет организовано путем осуществления движения по проспекту Ивана Яковлева и далее по проспекту Тракторостроителей. Движение троллейбусов по маршруту номер 9 будет организовано по улице Ашмарина, бульвару Егерский, проспекту Мира, улице Калинина, улице Гагарина, проспекту Ленина, проспекту Ивана Яковлева, проспекту Мира, бульвару Егерский, улице Ашмарина.